выходим из старого города. Ура! Из-за крепостной стены. Ура! Пойдем в Серебряный храм. Откуда он идти, да? Через дорогу сначала. Перейдем. Нам отсюда надо выйти. Это все, что осталось от крепостной стены. Где ров? Должен быть ров с водой. Ну, наверное, там. Да, вроде что-то есть. А здесь жизнь, дорога. Люди. Да. А вон и ступ стоит. Просто так. А это ров, который охранял для защиты старого города. Ну, местами есть, местами нет. Чтобы злые люди не нападали, не разграбляли храмы. Мостиков раньше не было. Сейчас сделали мостики. Чтоб туристы гуляли. Голуби, как у нас. Папик все поражается голубями. Пришли к Серебряному храму. Парадный вход. В общем, милая девушка нам дала 2 бутылочки воды, 2 каких-то брелочка. Буклетик. Стикер нам повесили. Сказали, что девушкам можно ходить в округе, а мужчинам только внутрь пускают. Только мужчин пускают. Только мужчин пускают. Мужчинам тоже в округе можно ходить. В округе мужчинам ходить нельзя. Как это? Ну, пойдем. Мы думали, что там вот этот золотой серебряный, а оказывается, серебряный это другой. Это все-таки серебряный. Но во всяком случае цвет у него серебряный. Да. Ганеша сидит. Папику сказали, что только его пускают внутрь храма. Что ж там такое? Ведь не расскажет же. Ой, какая мышка. Там тоже мышки сидят. Ну, красиво. Очень красиво. Да, действительно, серебряный. Ты что, пошел очередь занимать для мужчин? Нет, там очереди нет, давай фотку. Пошел снимать. Там, наверное, снимать нельзя. Можно. Там написано, что можно. Там написано, что нельзя. То есть ты мне расскажешь? Я тебе покажу. Вон. Один вон золотой Будда. А другой серебряный. А, вот уже новый король, 10-й, с женой. Ну вот и все.
равноправие. Не пускают женщин, только мужчин. Поэтому беру все в свои руки. Взяли все в свои руки и заходим внутрь. Ну, что, красиво. Красиво здесь. Да, здорово сделано. Ничего не скажешь. Вот такие тут ребята на дверях. Пяточки. Туда только мужчин пускают. Вот. Девочку нарисовали. И зачеркнули. И зачеркнули. Man only. Да, он, видишь, только мужчин. По какой-то причине. Причина ясна. Нечего вам там делать. Там слишком красиво. Не для девочек. Вон, посмотри, какая чеканка. Да. Даже если это не из серебра, то все равно круто. Да чего ж они искусные мастера? Пойдем, я тебя к самому крутому приведу сейчас. Круто? Да. Здесь вообще все города представлены. Париж, Москва, Прага, Осло, Рига, Лондон, Ватикан. Кого только тут нет. Венеция. Нью-Йорк. Каир, Рио-де-Жанейро, Токио, Берлин. А здесь чудеса света. Вот египетские пирамиды. Ну, вот это похоже на Малайзию. Башни-близнецы. Куала-Лумпур. Да, Малайзия. Вот башни-близнецы, солнце.
Здорово, молодцы. Ну вот здесь вот Таиланд. Это я не знаю. А вот Лаос. Вон Пизанская башня, Италия, Рим. Весь мир представлен. Сингапур, Мерлин, Индонезия. Нет, умельцы, конечно, супер. Ну, здесь, скорее всего, чудеса света, половины которых нету. Да ладно. Ну, вот это вот колосс родосский, очень похож. Да. Ну, на Родосе были, колосс, извиняйте, разрушенный, да, был. Мавзолей, да, этот самый. Забыл, нет. Называется. Это Александрийский маяк, тоже, да, его нет. Это тоже чудо света. Да, ну, на пирамидах ты был? Да. Был. На пирамидах был точно. Не видно ничего, солнца. Ладно, поехали дальше. Вот это узнаешь? Да, Малайзия. Малайзия. Башни-близнецы. Были. Ну, но на мостик-то не успели. Ну, что делать? Ну, в следующий раз, короче. Так, пошли дальше. Тут, наверное, мы здесь не были. Совсем не по-русски. А, Филиппины. Нет, не были на Филиппинах. Упущение, папик. Как это мы с тобой не были на Филиппинах? Но здесь мы тоже не были. Поэтому и не узнаем. Хорошо, пошли дальше. В Камбодже. Сейчас не вижу, где я снимаю эту. Снимаю нормально. Пошли дальше. Экскурс в историю, между прочим. В Париже. Не был. Во Франции был? В Париже, да. Не был. В Москве был? Да, в Афинах не был. В Праге не был. В Осло не был. В Пизе не был. Не был. В Лондоне не был. А в Ватикане был. Был. В Берлине тоже не был. В Венеции был. В Венеции был? Да, в Сан-Марино был. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге? Ты там вообще там родился? Смотри. Случайно? Или... Так... В Софии не был. В Лиссабоне не был. В Гамбурге не был. В Нью-Йорке не был. В Вашингтоне не был. В Агре был. В Каире был. В Рио-де-Жанейро не ходил. В Токио нету. В Пекине были. Бейджинг. А, Пекин были, да. Есть такое дело. Пекине были. Бейджинг. Пошли дальше. Это Пекин. Да. Между прочим. Между прочим. Ты это запомнил, уже хорошо. В Таиланде. Не был. А сейчас ты где? Не знаю. Хорошо. Во Вьетнаме. Не был. Был. Много-много раз. Весь Вьетнам объездил. Так. В Лаос. Не был. Был. Аж два раза. Пол Лаоса объехал. Бруней не был. Не был в Брунее. Так. Индонезия. Тоже не был. В Сингапуре. Был ты в Сингапуре. Был. Два раза. Мерлин. Видели, знаем. Так, Пизанская башня не были.
А вот в Колизее-то мы были, в Риме. Да, были. Да. Здесь мы были. Так много мест, где мы еще не были. София, не были. Ну, все, наверное. Так что у нас еще все впереди. А вот здесь вот знаки зодиака. Понравился тебе серебряный храм? Очень понравился. Наверное, больше всего, чего мы сегодня видели. Да, он такого необычный. Не видели никогда, да. Да, очень красивый. Очень рекомендуем. Ну, все храмы тоже заслуживают своего внимания. Но этот, да. Очень интересный. Здесь продают всякие сувениры, отчеканенные колокольчики. Ну, прям здесь отчеканят. Молоточком бьет, зачищают, тут же продают. Умельцы. Молодцы. Не теряют времени зря. Какие картины. Ну, произведение. Вот все, где красота-то вся эта делается. Вон девочки-умельцы. Молодцы. Здорово. Стучат, чеканят, тяжелый труд. Мне разрешили поснимать. Ой, какие молодцы, какая красота. Тяжелый труд, конечно. Ой. Вот портрет. Даже портреты могут делать. Здорово.